Анонс первой и второй серии шестого сезона сериала «Скорая помощь». В первой серии к Нине Михайловне домой приходит девушка, очень похожая на Раю. Выясняется, что это сестра-близнец Рай, военный врач Катя, приехавшая познакомиться с сестрой. В детстве Рая и Катя попали в детский дом и были удочерены разными приемными родителями. Катя вместе с Кулыгиным идет на подстанцию, где ее появление вызывает шок, особенно у Вити. Во второй серии Арефьева с Рыковым принимают решение обратиться к репродуктологу. У Леры продолжается токсикоз, но она пытается скрывать от Руднева свое состояние. Катя возвращается к себе в Выборг. Кулыгин, сам того не осознавая, по ней скучает. Однажды вместо смены он уезжает в Выборг и приглашает Катю на работу к себе на подстанцию. Посмотреть первую и вторую серии вы сможете уже 7 ноября на телеканале НТВ. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.